Всем доброе утро! Сегодня у нас День Матери. Смотрите, я стою на заправке. Тишина, тишина, тишина. Мы заправляем машину. Это Крис, бойфренд моей дочери. Вон моя дочь сидит в телефоне. 100% переписывается с молекушкой. Мы едем в аэропорт. Нас дети везут Доминиканскую республику. Не выспались немножко. Вчера был такой день тяжелый. И вчера у меня Иринка мне помогала, работала со мной. Гэри не работала, Иринка работала. Мы заработали вчера кучу денег. У нас так было много народу. И сегодня мы едем отдыхать. Они нам, наши девочки нам сделали большой подарок на материн день. Вот купил мне кофточку. Что такое, Иринка? Мне сегодня говорит: мама, не одевай теплую кофту. Я тебе купила подарок. Такой кофточек. Тепленькая такая, хорошая. Ой, у нас прохладненько. Едем в аэропорт. Девочки уже едут. Мы с ним созвонились. Ну, сейчас поедем. Довольно-таки мне Ирина проснулась сейчас в 3 часа. Пишет мне: мама, доброе утро. Я проснулась в 4:30. Так, ну все, заправились. Едем. В аэропорт, мы такие довольны, там такая хорошая погода. Классно, у нас прохладно, а там сейчас едем к лету. Так, вот и мы добрались в аэропорт. Сейчас наши чемоданчики достанут нам. Так, шум, это мой зайка, наверное. Ты сняла вот такую этикеточку. О май гад, у тебя такой тяжелый. My heavy. О май гад. Окей. Thank you, Chris. No problem. Safe travels. Yeah. Oh, мои красивые тетюки милые. Okay. Bye. Safe travels, guys. Be thank safe. Thank you. Thank you. I will. What's a heart? You're good. No problem. Have fun. Thank you. Так, идем. Сейчас увидим наших девочек. Надеюсь. Ой, так много с утра, время 6:40. А народу очень много. Много сейчас. Дома девочки нас стоят. Так, надо интересно или не надо? Маски одевать. Вижу, люди без маски идут. Так, так, так. Мы летим в JetBlue компанией. Давайте двери шире. Сейчас наши девочки должны стоять. Где? Посмотрите, машут. Видите? Машут. Машалки такие. У вас чемоданы одинаковые? Одинаковые, да. Ой. Спасибо. Вот они. Смотри, смотри. Две сестрички. Привет, моя красота. Вы уже знаете, чем... А, нет. Моя хрена. Ну что, девочки, даем чемодан? Окей. Окей. Все, вылазит наш шрица. Одна упала. Ну-ка, кто там чей? Вон, кидай, давайте. Я никогда не знаю, как ходить. Нет, девочки, девочки. Там есть девочки. Кидаю такие. Давайте, наклоняйте. Пол собирает. Выплевывай как будто. Вот, а мой, небось, последний. Да, это мой. А, то... No, mine's last. Смотрите, какой прикол. Вот эти два чемодана одинаковые. Это Надюхины с Малякой. И эти два одинаковые. Это наши с Иринкой. Прикол, да? Одинаковый чемодан даже взяли. Окей, Надя, very. Ой, так как вот скорее летит. Ну все, пошлите сдавать вещи. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, да. Ну все, прошли мы на самые... Самое-самое, что. И все, теперь сейчас пойдем вот сюда позавтракаем. Да, выпьем что-нибудь. Посмотрим. Посмотрим, чем мы... А, ну, может, туда пройдем. Итальянский стейкхаус. Может, там что-нибудь... Ну, глянем. Ну, глянь, давайте, вот, давайте глянем сюда и сюда. Я думаю, посмотрим. Давайте глянь. Время есть. Да, 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 да. Где, Иришка, одеваешься, обуваешься? А народу с утра уже так много. Все едут отдыхать. Так классно. Я прям довольна такой. Я давно не отдыхала, давно никуда не ездила.
с этой короной. Ну, только во Флориде были. О, здесь тоже, кстати, народу много. Здесь хорошие столы, такие крутые с этими, с белыми скатертями, с этими салфетками. Так, посмотрим, что здесь за меню. Thank you. Sardar. Oh, no. Так, идем к своему гей. Так нам не удалось мимозки попить. Оказывается, они даже в 10 начинают алкоголь. Все, это давать. Ой, картиночки какие. Где? Он гогочет, где гогочет, это наши. Идем, полетим. Сейчас у нас его на улице солнечно, уже солнышко. Кто? А, ну вот как это. Я думала, блины дают, а это как френч-тост. Да ну, там и. Вы что такое? Смотрите, потолок. А что такое с потолком-то? Да. Вау. Смотрите, что какой ужас. Переделывает новенький. Ой, такой что страшненький этот. Ничего страшного. Не. Улыбается. Красивенький, черненький полицейский. То, что открыто. Так, а здесь вот нет мимо... О, помните, мы здесь сидели? Мы, Надь, когда в Россию улетали. Is Mother Juice low-key mimosas? Да, мы суетимся, хотим выпить. Ну все, вот мы уже уселись, самолет огромный. Места есть свободные, да, даже сказали, кто если хочет, может поменяться. Вот Надюха сидит, мы сидим по краям, вот наш мальчик кушает. Надька, маску одела. Ой, очки потеют из-за этого. Да, из-за маски. Я одела маску из-за того, что чужой человек рядом. Ну да. Я без, потому что я и так задыхаюсь. Кашли, девчонки, на что же маски одели, потому что у них рядом малыш. Малышочек, они тоже одели маски. Одна я. Плевать хотела на маски. Так, вот, наверное, будет интернет у нас бесплатный здесь, я так думаю. Игры можно играть. Ну, что-нибудь посмотрим. Так, весело будет нам ехать, я так думаю. Ребеночек там уже болтает что-то. Черненький, хорошенький такой малыш.